Всем привет! Сегодня хочу показать вам приложение, которое разработал со своими друзьями. Итак, в чем смысл приложения? Оно автоматизирует сбор информации по нескольким сайтам, а точнее по трем. Что у нас есть? Значит, я вам буду показывать на примере запуска исходного кода. У нас есть админ панель. Сейчас подождем, загрузится страничка. На локальной машине буду показывать, и потом покажу, как это на хостинге уже выглядит. То есть у нас в проекте есть три парсера по трем сайтам. Есть возможность устанавливать ссылки с этих сайтов. Так, заходим на хост, на локальный хост. Вот получается админ панель такого вида. То есть мы можем ставить здесь задержку, запуск, имя и ссылка. Это делается для того, чтобы задавать ссылкам имена и потом по этим ссылкам ходить. Ну, чтобы парсера могли выгружать. Также есть вкладка прокси, где мы указываем список прокси для парсинга, чтобы сайты не блокировали нас. И конечный результат мы выводим в телеграм-канал. Вот, все это выглядит вот так вот. То есть все присылается сюда, и человек может спокойно посмотреть, почитать, что там есть. Все это написано на технологии .NET с использованием ASP. На ASP написана часть веба, и на нем же, по сути, это одно и то же, там .NET, просто это фреймворк в .NET, который позволяет писать свои сайты. То есть вот он на локалке такой, и уже вот по такой ссылке этот сайт доступен в интернете, то есть он загружен на хостинг, и можно с любого места мира зайти, администрировать эту админ панель. Вот сколько здесь ссылок, вот еще один сайт, собственно, очень удобно, интересно. Если вам нужно что-то подобное реализовать, можете написать мне на фрилансе, и ссылочки я оставлю в описании. Если у вас нет там аккаунта, зарегистрируйтесь и можете писать мне. Примерно цена такого решения от $400. Там в зависимости, что вам нужно реализовать. Все, всем спасибо за просмотр.